Всем доброго времени суток. Сегодня мне пришли вот посылки с Китая. Сразу 3 штуки. Шли немного долго по времени. Но наконец-то дошли. С Китая то они к нам на почту быстро пришли. Вернее, в Беларусь. А уже потом таможня покуда отпустила, так больше месяца прошло. А с Китая шли неделю, полторы-две где-то так. Будем сейчас их распечатывать. Это у нас будет воблер. Это кембрики резиновые. С топора на леску. А это у нас запчасть на болгарку. Углошлифовальную машинку. Немного не такую я заказал. У меня там стоит на 32 зуба большая шестерня, а здесь на 36. Будем сейчас распечатывать. Отдавал я вот за эту шестерню $4 или то 3,60, где-то так. Оценили китайцы $1.90. Сейчас все это дело откроем. Сразу все открою. Открою сразу 3 посылки. Это воблер открываем. Второй. Так. Воблер и эти кембрики. Так. Освободились руки. Одна. Первыми будем доставать мы кембрики с топора на леску. Три разных вида заказывал. Так. Все, больше нету. Такие вот продолговатые. Они мелкие, плохо видно. Сразу вот пропущенные такие петельки. Видно вот. Стальные петельки, чтобы леску продевать можно было, протягивать. Заказывал я эти вот, что продолговатые, это я хочу делать. Еще надо заказать титановую проволоку. Поводки делать на щуку. Продолговатые, и вот капелькой такие. Капелька это буду делать на кружки с топора на леску, чтобы глубину регулировать. Кружки это для рыбалки. Кто не знает, для рыбалки кружки предназначены. Итак, одна посылка вскрытая у нас. Достаем воблера. Вот наш воблерок. Воблерок нестандартный. А изогнутого вида. Конечно, все одной рукой делать неудобно, но постараемся. Так, хорошо, вытрушу я его. Летом посмотрим, как будет работать. Опа, достал. Вот такой вот изогнутый воблер. Блескучий. Он под уклейку. Думаю, наверное, на жераха будет работать. По весу он... Ай, за палец зацепишь, крючки хорошие. По весу так нормальный. Точно не скажу, но... Что там у нас на посылке написано? 0,012. Это 100 грамм нету. Получается. А, это от килограмма. Наверное, 12 грамм он меньше. Где-то, может, 8.
учитывая, что это вес имея грамма 3, 4 и 12, то да, где-то грамм 8 он, этот воблер, кажется, так и был. Обычно прямые воблеры, а это такой вот изогнутый. Так вот, и крючок один сбоку, а один на хвосте. Игры я его точно не знаю, как он играет. Первый раз я такого заказал. Ну, посмотрим. Немного перемешусь, а там солнце бликует. Вот такой воблерочек. Ну, воблер интересный. Думаю, рыбу будем ловить. Отражение даже видно. Немного, конечно, поцарапался он. Царапина видно. Крючками. Не знаю, для чего он предназначен этот, ну. Зеркальный. Игры его. Еще неведомо, какая игра. Ну, думаю, будет нормально играть. Скорее всего, такой воблер пойдет по жереху неплохо. Так, ладно, это наши рыбацкие принадлежности. Переходим, покуда к самому главному. Это у нас на углошлифовальную машинку шестеренки. О, они даже в пакетике там. Такой вот пакетик запечатанный. Сама посылочка у нас прорвалась от шестерней, видно, дырки. Оценена была так, в 1,2, это мы уже смотрели. Отрезаем пленку. Разрежу. Ну, прочная. Разрезал. Что это делать? Вот эту я запчасть ждал немного с нетерпением. Надо сделать болгарку, отремонтировать. Ну, на вид так ничего. Конечно, он даже ржавчина видно здесь вот. Немного ржавая, без масла. Это большая шестеренка, это вот на приводе двигателя. Здесь вот под шпонку. На 12 часов дня он видно под шпонку отверстие. Ну, это вроде как на Макиту идут эти. Будем ставить на болгарку. Бош. Ну, по качеству вроде ничего такое. Не знаю. По прочности. Вроде звон есть. Стали. О. Была бы железная, не звенела бы. Сейчас я положу ее немного по-другому. Так вот. Если слышно. Звон стали есть. Была бы железная поглуша, немного было. Думаю, будет работать. Старая уже полетела там, зубья сточились. Поставим новое. Ну, в моей старой это вот шестеренка большая на 32 зуба. Здесь, кажется, 36 по кругу. Разницы нету, лишь бы подходили размеры, высота, диаметр и внутренний диаметр и наружный. Так и здесь подходит внутренний и наружный, а по зубьям уже как будет, так будет работать. Думаю, будет, это особо не сменится работа.
Так что будем ремонтировать сегодня уже болгарку. Подшипник есть. Подшипник. Надо еще посмотреть там, то что он немного разбитый, то лучше поменять. Один то я купил, тоже в Китае заказывал. Ну, вот такой небольшой обзорчик. Вроде в обычных пузырчатых конвертах все дошло нормально. Шестеренка пришла. Редуктор. Пришел воблерок такой. Ну, сейчас покуда запрет на щуку у нас. И... Ай. С двумя крючками нельзя ловить, то это уже будем по открытию сезона на 18 мая его испытывать. Игру-то можно идти где-нибудь на канаве хоть посмотреть, как он играет. Наверное, это и сделаю позже. Ну, а это уже такие девайсики. Сделаем колобашек на живца. И думаю в этом году прикупить кружков штук 4. Вроде 5 можно запускать. Один есть у меня, еще 4 докуплю и сделаю оснастку. Будем на щупака ездить. На штуку. Вот такие вот кембрики. На этом будем заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи, до свидания.